Right to Life presents. Эта собака скиталась по улицам штата Оклахома и пугала прохожих своим видом. Никто не мог понять даже, какой породы эта собака, настолько она изменилась. Люди проходили стороной, боявшись заразиться. Но на счастье пса нашлись небезразличные люди, которые сжалились над псом и вызвали службу защиты животных. Собака, очевидно, была больна, она выглядела истощенной, уставшей, казалось, что ее дни почти сочтены. К людям она подходить боялась и пыталась убежать, но тем не менее, ее удалось погрузить в машину и привезти в ближайшую ветеринарную клинику. Осмотрев собаку, сотрудники Центра спасения Family Animal Medicine не смогли сразу установить, почему собака выглядит столь устрашающе. Они предположили, что ее внешний вид – это результат жестокого с ней обращения, либо же последствия какой-то страшной болезни. Там же выяснилось, что собака принадлежит к породе питбуль и ей примерно 4 года. Из-за того, что у песика началась новая жизнь, ему дали кличку Феникс в честь птицы, восставшей из пепла. После проведенных анализов выяснилось, что у животного действительно большие проблемы со здоровьем. Фениксу диагностировали серьезное аутоиммунное заболевание, системную красную волчанку, которая как раз и повреждает слизистые и кожу. А также жизнь на улице только усугубила состояние здоровья собаки, что обострило все заболевания, не исключено и жестокое обращение с ним. Лечить собаку решили в другом штате, где имелась клиника, которая специализировалась на лечении кожных заболеваний. О Фениксе хорошо заботились, и вскоре он стал поправляться. Пока пес не нашел своих новых хозяев, он живет у сотрудницы клиники. Феникс заметно преобразился, он набрал вес, и раны на его коже стали заживать. Он очень любит гонять мячи, играть в перетягивание каната и спать на удобной и мягкой собачьей лежанке, на которой красуется его имя. Персонал клиники очень полюбил этого пса, с его неповторимой ухмылкой, которая навсегда останется на его мордочке. О Фениксе они говорят как об очень добром, послушном, верном и игривом мальчике. Хочется надеяться, что совсем скоро Феникс обретет новый дом и хозяев, которые смогут искренне его полюбить, ведь он этого очень заслуживает. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.